и средних предприятий, работающих в отрасли промышленности, у нас 650 предприятий. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в Москве появлялись новые современные технологические производства. По нашим оценкам, 700 тысяч человек постоянно трудится на производственных предприятиях. Мы понимаем, что это для нас драйвер экономики и очень серьезный сегмент экономики. И постоянно работаем над этим. В формате «Откроем Моспром» это в этом году уже вторая акция. Наша цель рассказать и детям, и родителям, которые приходят с детьми, о том, что в Москве есть действительно современное производство, и оно развивается. Показать, что у московской промышленности очень хорошая средняя заработная плата, и о том, что промышленность – это серьезный сегмент экономики.